Открыта продажа билетов на 22-й чемпионат мира по лыжному ориентированию, который пройдет в Красноярске с 5 по 13 марта в Академии биатлона. Медали в эстафетах и индивидуальных гонках разыграют спортсмены из 35 стран мира. В числе фаворитов и красноярские спортсмены. Купить билеты можно на сайтах kassir.ru, дирекции зимней универсиады 2019 чемпионата мира по лыжному ориентированию и в специализированных точках продаж. Их стоимость составит от 150 до 300 рублей. Чемпионат мира по лыжному ориентированию станет первым тестовым мероприятием перед проведением всемирной зимней универсиады в Красноярске.